Хоккейный клуб «Бобруйск-2» сыграет в регулярном чемпионате высшей лиги. Спортсмены откроют сезон выездными матчами против минских «Зубров». Первые встречи запланированы на 14-15 сентября. Противник – столичный «Униор». Заключительный поединок намечен 28 февраля. Наши сыграют на домашнем льду с минскими «Зубрами». В этом сезоне в регулярном чемпионате высшей лиги поучаствуют 14 команд. Каждая проведет 52 матча. Среди новичков – «Соболь» из «Березы». Напомним, бобруйская команда экстралиги в этом сезоне играть не будет. Не имеем в планах работу хоккейной команды экстралиги. Так сложилось, что в общем-то в этом году в связи со многими обстоятельствами, в том числе и экономической обстановкой, возникли сложности с финансированием данной команды. А существует определенные требования федерации по уровню финансирования.